Еще о льготах. Депутаты Ненецкого округа приняли решение снизить налоговую нагрузку для индивидуальных предпринимателей, работающих на территории региона. А именно, законотворцы уменьшили размер оплаты за патенты. В будущем бизнесменам это даст возможность легально осуществлять свою деятельность. Тем самым, уверены депутаты, увеличится занятость населения, в том числе в сельской местности, что для Ненецкого округа немаловажно. Уже известно, что стоимость патента уменьшена на перевозки водными видами транспорта, как пассажирскими, так и грузовыми. Также более чем в два раза снижен размер оплаты за патент по грузоперевозкам на автомобильном транспорте. Если ранее стоимость в регионе составляла 102 тысячи рублей, то сейчас она равна 45 тысячам. Важная часть закона, считают депутаты, это снижение налогового бремени по видам предпринимательской деятельности, слабо развитой в селе. Сейчас цена патента уменьшена в разы, а где и в 6 раз. Минимальная стоимость патента составит 1500 рублей в год. Любой сельский житель, зарегистрировавшись предпринимателем, сможет заплатить 130 рублей в месяц и заниматься той работой, которая ему по душе и которая востребована в том или ином населенном пункте. Мы долго обсуждали у себя на собрании депутатов этот действующий закон и пришли к мнению, что необходимо уменьшить размер патента с тем, чтобы дать возможность предпринимателям легально осуществлять предпринимательскую деятельность и уменьшить налоговую нагрузку, и еще тем, чтобы увеличить занятость населения, особенно населения.